Здравствуйте, фанаты и любители такой замечательной игры, как Генералы Час Расплаты. Сегодня я хочу показать свою гениальную тактику, которую я придумал. Это как убить 7 средних компьютеров именно генералов Гла Невидимости. Прошу сразу не выключать видео, я сейчас быстро все объясню. Там на самом деле будет очень интересно, особенно для любителей стратегий и стратегов. Вот, собственно, в чем заключается тактика, я расскажу позже. Видео можно, собственно, не досматривать даже до конца. Я попытаюсь вкратце все объяснить. Начну с того, что я много играл, да, в эту игру, и, собственно, говорил, когда сталкивался с некоторыми проблемами, говорил, что некоторые вещи сделать невозможно. Например, когда столкнулся лицом к лицу с 7 средними компьютерами генералов, танкового генерала Китая, вот, я сказал, что их уничтожить невозможно, потому что, ну, как их уничтожишь, если десятки танков от самых маленьких до повелителей, оверлордов, идут и идут напором сплошным прям ко мне на базу. И, собственно, не выдерживает средняя оборона, которую я обычно строю, просто не выдерживает. Танки проходят ее, как будто она бумажная, и как будто ее вовсе нету. Вот, но я победил танкового генерала с помощью хитрой обороны. Конечно, она была очень усиленная, и, собственно, позиция моя крайне выгодная, потому что танки идут в узком проходе, который, в принципе, можно защищать. То есть, собственно, вся тактика заключается в том, чтобы построить очень мощную оборону. Это на самом деле легко. Немножко там оптимизировать порядок построения зданий, и, собственно, это вполне возможно сделать, и даже, ну, кто угодно может повторить. Немножко сложнее было с генералом пехоты Китая. Дело в том, что если против танков оборона существует, то против пехоты, вернее, не против самой пехоты, а против адских пушек, которые использует пехотный генерал. Вот против них уже оборону я, собственно, даже не знаю. Я придумал ее, конечно, безусловно, но я на то время утверждал, что победить пехотного генерала просто невозможно. Как ты победишь адские пушки, которые сносят любую оборону? И у меня есть множество видео, где, в принципе, эти пушки меня побеждают. Проходят, и неважно какая оборона, супер, просто-навсего ее пушки уничтожают. Дело в том, что пушки стреляют не ракетами, а снарядами, которые не сбиваются ничем, не блокируются, в общем, ничего нельзя с ними сделать, их нужно только терпеть. Либо же с помощью армии обороняться. Но я нашел способ, я клин выбивал клином. Я также играл генералом ядерным, и с помощью адских пушек и ядерных пушек я удерживал оборону. Вот, собственно, опять же таки, вся тактика заключается в том, чтобы построить правильную оборону. Но это на самом деле легко. Надо немножко правильно оптимизировать построение зданий, порядок зданий и так далее, а потом, в принципе, заниматься экономикой и побеждать. Вот. Так что это все легко. Но единственное, на что я реально считал, что победить невозможно, так это 7 средних генералов невидимости. Я очень долго думал над тактикой. Дело в том, что со старта вроде бы кажется, ну что там генералы невидимости, и вы можете сказать, что ну ты же сам убивал генерала невидимости, те самого тяжелого один на один, в принципе, без потерь вообще. То есть, ну там на самом деле потеря одна была, но очень глупая, и из-за того, что я немножко как бы невнимательный был,
Вот. Но на самом деле вполне реально победить без потери вообще. Даже кто угодно из вас, если посмотрит мое видео, то сможет это сделать при большом желании. Вот. И... Но дело в том, что 7 средних компьютеров победить как бы невозможно. Как бы в обороне. Неважно, какая оборона, вообще неважно. Даже самая-самая-самая адская с помощью всяких адских пушек, там, ядерных пушек. Ну, неважно вообще. Хоть она 10-метровой толщины будет, та оборона. Но дело в том, что сила и генерала Гла невидимости в том, что уже через 18 минут игры он начинает строить, в любом случае, можно сказать, он начинает строить супероружие, а именно Скат-Шторм ракеты, пусковые установки. То есть 7 компьютеров, каждый из них делает по одной такой установке, Скат-Шторм. Собственно, то есть единственный шанс победить этого генерала, да, если, кстати, кто-то из вас все-таки побеждал генерала невидимости, 7 штук средних, смело ставьте дизлайк, потому что я вообще не представляю, как можно не использовать, допустим, мою тактику и победить этих генералов. Вот, собственно, если кто-то убивает генералов невидимости средних компьютеров на... против 7 человек, да, против 7 компьютеров, за меньше чем за 18 минут тоже ставьте дизлайк. Я дело в том, что не представляю, как это сделать, я даже не представляю, как убить 7 легких компьютеров невидимости за 18 минут, а не говоря уже о средних, которые, кстати, еще и нападают. Ну да, нападают они слабенько, и, собственно, да, выдерживают их даже 4 лазерные пушки, спокойно выдерживают, немножко их там улучшить всякими хитрыми танками, но дело в том, что 4 лазерные пушки удерживают переднюю оборону с легкостью. Потеряно. Вот, но за 18 минут я не представляю, как победить. Вот, после 18 минут они начинают строить, по-моему, проходит еще минут 5, и они начинают стрелять. И неважно, какая у тебя оборона, хоть супер-пупер мега оборона, просто они на 20-й минуте где-то, ну там 22-й, точно не помню, они внимание, полностью уничтожают твою оборону. И даже я не знаю, какой есть смысл вообще отстраиваться после этого. Ну отстроишься, но они снесут ее заново, потому что, ну буквально через 5 минут, потому что супероружие, именно Скат-Шторм, у них никто не забирал. Вот. Так что следующий залп обычно это убивает сразу. То есть обычно против 7 средних генералов Гла невидимости реально продержаться, ну, минут 25, ну 30, ну я не знаю. Я не думаю, что больше получаса кто-то продержится. Ну, в плане достойно, я имел в виду. Если у тебя где-то какое-то здание где-то хитро спрятано и компьютер его не видит, то это как бы не совсем счет. Вот, ну я не продерживался там, 40 минут точно я не продерживался. Вот, значит, единственный способ, который я придумал, а он, кстати, крайне сложный, и боюсь, если шанс выиграть против генералов Китая, таких как танковый и пехотный, ну тем более там генерал авиации Америки, таких генералов, в принципе, вполне легко уничтожать. И шанс крайне велик, то есть шанс в районе 90%, ну может быть, ну 80 максимум, если совсем плохо играешь. Ну, я не представляю, мне кажется, там шанс 10%, что я смогу проиграть этим генералам, ну крайне мал, в общем. Где-то протупил или еще что-то, где-то какой-то рандом сработал неправильный, и нечаянно взорвалось одно из твоих там оборонительных систем, я не знаю, в общем, маленький шанс. Здесь шанс выиграть очень мал. Дело в том, что тут играет со старта очень большое макро.
тактику я придумывал где-то, ну, неделю, даже 2 недели я придумывал. И не в том дело, чтобы я играл и мучился там, пробовал. Нет, я ее просто придумывал и обдумывал. Смотрел на карту и думал, как можно победить этих 7 компьютеров невидимости гла средних. И, собственно, идея как-то сама по себе появилась при просмотре моих видео, моих же видео, то есть вдохновил сам себя, в общем. Может, кто помнит, я играл против одного тяжелого компьютера, по-моему, тоже генерал невидимости. 1 на 1 я играл. И, собственно, я выигрывал за счет того, что не давал ему добывать ресурсы со второго его, как бы, места ресурсов. То есть не строить ему вторую базу не дал. Я сразу же ее захватил и сразу же экономически его ослабил. И получалось, что у меня было ресурсов очень-очень много, а у него очень-очень мало, и они закончились совсем. И даже при всем том, что он успел все-таки построить Скат Шторм, я, собственно, ее с легкостью, эту установку, уничтожил. Вот. В этом плане я тоже думал захватить его вторые базы, а мне в этом случае нужно захватить аж 4. Ну, не 4, одна моя, собственно. Значит, 3 других, вторые базы у компьютера нужно захватить. Но мне показалось этого мало, потому что, ну, толку, что я захвачу эти базы. Толку от этого нету, как бы, да. Он все равно будет добывать ресурсы с первой базы, и у него будут нефтевышки, и, скорее всего, он все равно успеет построить скат-штормы. Вот, поэтому было такое гениальное решение у меня, это все-таки дать построить им там базу, но не дать добывать ресурсы. В чем хитрость заключается? Хитрость заключается в том, что рабочие появляются, пытаются добыть ресурсы, но их мои юниты убивают. Вот, то есть он тратит деньги на рабочих, но не окупает их вообще, то есть рабочие не добывают ресурсы. То есть я мало того, что не даю ему добывать ресурсы, так я его еще и разоряю, получается. То есть понижаю его уровень ресурсов, которых у него есть, за счет того, что убиваю его рабочих, которые стоят, кстати, денег, как бы. Вот, это первая проблема, которую нужно решить. Я ее, собственно, решил, и более того скажу, я ее решил многими способами, там, ну, немножко экспериментировал. Изначально я хотел выбивать клин клином, как обычно я это делаю, то есть играть против генералов невидимости 7 штук, я решил играть сам генералом невидимости. За счет чего хотел? За счет того, что у него есть невидимые мотоциклы, которые могут ездить по горам, кстати, их видно на картинке, вот, по горам. И, собственно, я этими мотоциклами доезжаю до этих 3 точек, вот, и, собственно, начинаю расстреливать ими там рабочих. Но есть один нюанс. Дело в том, что генерал невидимости может и хорош в том, что так может скрытно доехать до вражеских баз, и никто их не заметит, никто их не убьет. Но дело в том, что сами по себе огневая мощь у них очень слабая. И даже если я отправлю по 2 мотоциклиста на каждую из баз, то, собственно, сами мотоциклы, они невидимые. Вот, и пехотинцы эти невидимые. Но они явно не успевают убить такое большое количество рабочих. И пока они убивают рабочих, дело в том, что появляется, ну, как бы начинается уже строиться оборона. А оборона, кто не знает, очень большая на самом деле на рудниках. Там бывает от двух бункеров, их не бункеров, а как они там называются, сети туннелей или что-то такое, в общем-то, 2 туннеля и штуки 3-4, может быть, там ракетчиков, как же они там называются,
В общем, не важно. В общем, установки с оборонительной системы с ракетчиками внутри. Вот. И дело в том, что пехота, обычная генерала невидимости, да, даже ну, мотоциклисты или их можно освободить, они просто не убивают этих ракетчиков, эти оборонительные системы, ну никак. Вообще. Немножко больше шансов у генерала токсинов. Они крайне эффективно убивают пехоту и даже убивают этих ракетчиков. Блин, надо вспомнить, как они называются. Наверное, не вспомню, как она называется. Вылетело с головы. Ну, в общем, не столь важно. В общем, штуки 3 пехотинца генерала токсинов, в принципе, могут крайне долго уничтожать ракетчиков именно внутри этого оборонительного сооружения, да, за счет токсинов, но само здание уничтожить они не в состоянии. Более того, они не в состоянии уничтожить даже нефтяные вышки, потому что, ну, даже штук 20 таких пехотинцев будут крайне долго уничтожать одну нефтевышку, что очень как бы проблематично. Других способов уничтожить нефтевышки, а это очень важно уничтожить нефтевышки, я не вижу, в общем-то. Еще проблема у генерала невидимости. А проблема в том, что невидимые юниты, ну, тупо не хотят уничтожать пехоту. Они стоят, как сказать, в стелсе, да, в маскировке, и тупят, и не убивают рабочих. Ну, это неправильно. Поэтому, собственно, отказался я от генералов невидимости и от генералов токсинов. Хотя, как бы, пехоту они, ну, рабочих они хорошо уничтожают, но, к сожалению, у меня было много случаев, когда появлялись оборонительные сооружения, которые уничтожали мою пехоту. И дело в том, что тут очень все точно надо сделать и четко. Если хоть одну точку я потеряю, не смогу удержать от рабочих, скорее всего, это, как бы сказать, это сразу проигрыш, потому что будут строиться скальштормы. Вот, поэтому я должен удержать от начала игры и до конца эти три точки, любой ценой. Вот, значит, второй способ, который я придумал, ну, тут и думать нечего, это с помощью вертолетов. То есть, если туда отправить хотя бы по одному вертолету, то, собственно, он вполне реально удерживает эту точку от всех рабочих. Более того, вертолет, в принципе, может уничтожить одну оборонительную систему, если ее начнут строить рабочие. Он, то есть, у него есть все возможности, у него есть ракеты, с помощью которых он это может сделать. А можно даже сделать апгрейд, который дает ему залп ракет, который, в принципе, неплохо справляется с оборонительными системами. Вот. Но, опять же, таки, можно подумать, ну тогда, если вертолетами, да, тогда лучше всех будет все-таки генерал авиа, да, авиационных сил. Но, опять же, таки, по той же самой причине, почему не генерал невидимости, потому что авиагенерала стоит апгрейды, ну, стоит делать апгрейды у вертолетов на невидимость, и после чего они также ж перестают стрелять по рабочим и по зданиям. Вот. Поэтому авиагенерал пролетает. Более того, ну, в принципе, у авиагенерала вполне хватает силы, чтобы удержать оборону. Ну вот по вот этой вот причине я решил все-таки от него отказаться. Хотя, в принципе, можно, я думаю, это реально сделать, но все-таки я решил играть тем, кем умею, это генералом Лазера. Начнем с того, что генерал Лазера спокойно может выдержать практически любые атаки невидимых генералов ГЛА. Начиная с того, что в отличие от американских атак и в отличие от китайских атак,
Генерал Гла нападает еще и сверху, вот, с помощью большущих армий, подрывников на мотоциклах. Вот, десятки подрывников на мотоциклах едут по горам и уничтожают меня, можно сказать, сверху, то есть в самом незащищенных местах. Поэтому в этом плане намного легче играть против генералов Китая или Америки, потому что оборону ставишь только спереди и немножко на вторую базу, и все, и собственно этого хватает. Здесь нет. Поэтому я как бы строю еще три лазерные пушки сверху, ну, три лазерные пушки на защите второй базы и, собственно, четыре лазерные пушки на защите основного прохода, куда будут, собственно, идти все атаки. Вот. Этого вполне хватает, чтобы защитить свою базу полностью. Вот, атаки будут не сильно мощные, ну, к сожалению, с двух сторон, но терпимо, терпимо. Вот, начнем со второй проблемы. Допустим, мы нашли способ, да, как не дать добывать ресурсы со вторых баз противнику. Но у него есть нефтевышки. Дело в том, что если он будет добывать ресурсы с нефтевышек, он все равно построит ядерное оружие. Ну, не ядерное, а скат-штормы, токсическое оружие. Значит, в принципе, раньше я пробовал сбивать это аврорами. Авроры крайне эффективны против этих зданий. Буквально две авроры может снести одну нефтевышку с одного раза. Но, к сожалению, опыт мне подсказывает, что, ну, слишком много я терял этих аврор. Буквально, чтобы уничтожить сколько? 8 нефтевышек я бывало терял даже до 20 аврор, если честно. Потому что, во-первых, возле моей базы, прям притык стоит, обычно скапливается большое количество вражеской армии. И обычно это зенитки, ракетчики и тому подобное. И их очень-очень много. И обычно авроры не долетают до двух, вернее, четырех дальних нефтевышек. Да, даже с передними у них бывают проблемы. Есть способ аккуратничать и облетать некоторые пути, но чаще всего это сделать невозможно, потому что, ну, как бы вся территория посредине, да, она вся под контролем компьютеров. Там всегда есть какие-нибудь войска, которые умеют стрелять. Крайне редко бывает, что ты не теряешь авроры. Ну, я на самом деле не люблю такие рандомы, что может повезти, может не повезти. Я пытаюсь сделать шанс победы максимально большим. Поэтому последним, что я придумал, после чего я смог, собственно, победить этих компьютеров, это уничтожить эти нефтевышки с помощью вертолетов. Тут как бы звучит очень глупо, да, ну, подумаешь, вертолетами, чё не гениальная идея, все так делают. Вот, ну, я раньше почему-то до этого не догадывался. И дело в том, что, ну, как бы вертолеты моментально не сносят эти нефтевышки, и есть большой шанс, что их те вертолетов просто зенитки, ну, не дадут им жизни, просто снесут десятки вертолетов, их так же само жалко, как и авроры, хотя авроры дороже. Ну, тоже жалко вертолеты. Вот, я нашел способ. Во-первых, я так подумал, и я на самом деле вначале думал не о том, как победить генералом Америки, а о том, как победить, допустим, генералом Гла. Я думал, где есть места, куда можно запихнуть машинки-баги, эти, которые маленькие, с ракетами. Оказывается, есть два места на карте безопасных, куда можно спрятать войска, и их никто не будет атаковать. Вот. Это две расщелины, которые находятся между... Первая находится между мной и верхним компьютером. Вот. Ну, там, к сожалению, не очень безопасно для техники, которая ездит
Но если туда спрятать вертолеты, это абсолютно безопасно. И такая же с другой стороны. Вот. То есть, собственно, можно взять два вертолета, ну, или три, и, ну, или четыре, конечно же, и направить их на каждую из четырех точек, где находятся по две нефтевышки, и понемножку их уничтожать. Кстати, генералы невидимости иногда мне даже в этом помогают. Они часто очень строят там взрывчатки, и если разбить эту взрывчатку, то она может разнести наполовину и нефтевышку. То есть спасибо им за это. Вот, в общем, таким образом, отступая в расщелину, если подходят зенитки, но тут надо очень аккуратно смотреть, чтобы их не уничтожили. И, кстати, за вторыми базами противника компьютера тоже нужно очень крайне много смотреть, потому что бывает, туда приходят зенитки. Если зенитка уничтожит, она может просто так туда зайти, это тоже такой рандом, от которого я не знаю, как избавиться. Она может уничтожить, если она уничтожит вертолет, тогда это, скорее всего, проигрыш. Вот, то же самое здесь. Зенитки иногда блуждают и между, ну, иногда подходят близко к нефтевышкам и начинают сбивать вертолетов. В том видео, которое будет дальше, там, где я победил, у меня уничтожат один вертолет или даже, по-моему, два вертолета. Такие вот блуждающие зенитки. Вначале это как бы очень сложно тоже сделать, но дело в том, что одна механика помогает мне воплотить в реальность вторую механику. То есть первой своей атакой, которую я наношу урон экономики, да, его, то есть я лечу вертолетами на его базу, и, ну, не на его базу, а на его, на вторую базу компьютеров, и экономически их уничтожают. То есть вместо того, чтобы строить армию, они пытаются строить пехоту. Ой, пехоту, рабочих. И тем самым он не идет в первую атаку. На самом деле, если так не сделать, можно сразу заметить, что будут большие армии идти через нефтевышки, и буквально вертолеты моментально же полетят, особенно на ближайшие точки с нефтевышками. Вот. А вот когда я захватил эти три точки, вторые базы, я заметил такой такой факт, что я вполне спокойно смогу прилететь туда вертолетом и уничтожить ближайшие четыре нефтевышки. И сделать это быстрее, чем на меня нападут первые атаки. То есть я даю себе, сам себе даю время. Вот, уничтожаю передние 4 нефтевышки и дальние, ну, то есть ближние и дальние 4 нефтевышки. И, собственно, все, можно считать, это победа. Дальше, как бы, дальше все, у компьютера заканчиваются ресурсы, и он проигрывает. Можно уничтожать его дальше как угодно. Если, допустим, я играл лазерным генералом, можно убить его с помощью, принципиально с помощью лазерных пушек, ну, не пушек, а танков, да. Можно, допустим, тупо с пехотой, одной пехотой убить, можно комбинировать армии. Или можно сделать, как я для того, чтобы побыстрее убить компьютеров, я решил наштамповать очень-очень много вертолетов. Но, опять же таки, много-много вертолетов, есть и минус в этом. Минус заключается в том, что, ну, сбивают меня все-таки оборонительные системы, сбивают меня зенитки, поэтому я пользовался супероружием Америки. Это, как они там, ионные пушки или что-то такое. Я их очень много наштамповал. Это не мои принципы, я обычно не люблю так делать. Не люблю играть супероружием, но, как бы, можно и без него, мне кажется, вполне реально. Но даже не знаю, у противника все равно остаются черные рынки. Обычно их два штуки у каждого компьютера. То есть, собственно, эти черные рынки все-таки тоже желательно разрушить. Иначе, ну, чтобы точно знать, что компьютер не построит скат-штормы. Вот. Я их уничтожил. Правда, с помощью ионных пушек. В общем, с помощью супероружия Америки.
Не знаю даже, что будет, если так не сделать. И я оборону чаще всего уничтожал с помощью тоже ионных пушек. Но где-то у меня есть видео, где в принципе я играл танками, лазерными танками. Я думаю, вполне реально взять армию танков и пройтись, уничтожить. Или даже, я бы сказал, вполне реально наштамповать просто миллион вертолетов. Возможно, подстраховывать себя с аврорами. Вот, либо взять апгрейды на стелсы и бомбить по его обороне. Это будет долго, как собственно и с танками, потому что танки медленные. Вот, но будет крайне эффективно и главное, что без, в принципе, почти без супероружия. Вот, но я выбрал способ полегче. Я бомбил его оборону супероружием, бомбил его экономику супероружием и бомбил вертолетами. Просто зарашил, пролетел по-быстрому и уничтожил все его здания. В принципе, легкая победа, но слишком тяжелое начало. И, как я уже ранее говорил, шанс на такую победу крайне мал. Я бы сказал бы, даже в районе 50%. Повезет, не повезет, очень, очень маленький шанс. Там просто случайные бывают моменты, когда ты вроде бы как все хорошо, по-моему, даже если не ошибаюсь, в видео будет момент, когда у меня все-таки одну из моих второстепенных, ну как, не мою, а вражеских второстепенных баз, все-таки отбили. Ну, наверное, пришла какая-то зенитка, била моего вертолетика. И это большущая угроза для меня, потому что это могло обойтись крайне, так сказать, крайне плохо. И я мог даже проиграть. Вот так вот, все вроде как хорошо-хорошо, и тут на тебе и проиграл.